Друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре тракторок Исеки Гиас АТ-33, полноприводный трактор. Отличная моделька, трактор полугусеничный, судя по дискам, год выпуска 2005, состояние отличное. Шины в отличном состоянии, гусеницы не имеют ни малейших повреждений. Также в отличном состоянии. Трактор оснащен фрезой Исеки. Фреза шириной 2 метра. Фреза имеет вот такую стойку. Стойка с обоих сторон. Для удобства демонтажа. Трактор также имеет быстросъем на фрезу. Ножи фрезы имеют еще хороший ресурс, еще послужат. На тракторе есть функция горизонтального наклона. Отличный тракторок, состояние, можно сказать, как новый. На капот имеется газ-лифт. Вот, под капотом располагается трехцилиндровый дизель Исеки мощностью 33 лошади. В кабине все чистенько и аккуратненько. Имеются дефлекторы забора воздуха, циркуляции воздуха, как забор с улицы, так и циркуляция внутри салона. Наработка 882 моточаса всего. Прям новый трактор, он практически не работал. Имеется кассетная магнитола, пусть старенькая, но при этом она исправна, она работает. Включим зажигание. Вот. Имеется отопитель, кондиционер, имеются в круг дефлекторы вентиляционные. Основной плюс функционала трактора — это функция реверса. Направление движения вперед-назад на выбранной передаче. Это одно. Во-вторых, коробка здесь, наверное, обозначить ее можно как гидростатическая. Выбирается передача, далее повышается передача. Нажатием на клавишу повышается, либо понижается. Сейчас все это рассмотрим. Здесь на коробке передач у нас 4 скорости. Плюс 8 передач повышенных. Вот. Рулевая колонка регулируется по наклону. Это очень удобно. ВОМ имеет 4 скорости плюс 1 скорость обратного вращения. Трактор с функцией IQ, функция быстрого разворота. Вот здесь имеется регулятор быстрого разворота, то есть вот положение включения полного привода. Далее регулируется скорость действия функции быстрого разворота. А здесь у нас располагается рычажок быстрого подъема навески, две клавиши включения стеклоочистителя, две клавиши внешнего освещения, переключатель указателей поворотов, головного освещения. Здесь у нас рычаг минимальной высоты подъема навески, регулятор заглубления фрезы, клавиша притормаживания в системе IQ для уменьшения радиуса поворота.
Здесь у нас различные настройки на заднюю навеску. Это чувствительность датчиков, автогоризонт, горизонтальный наклон, вот, и прочее. Спинка сиденья регулируется, как в автомобиле. А здесь у нас располагается педаль блокировки заднего дифференциала, кран регулировки плавности опускания задней навески. Вот. В целом это все. В тракторе достаточно комфортно, двери закрываются прям мягенько. А максимальная скорость передвижения, судя по таблице, это 15 км в час. Вот, сейчас запустим двигатель. Все, навеска поднялась. Сейчас немного прокатимся. Отжимаем педаль тормоза, снимаем состояночные тормоза. Трактор издает звуковой сигнал при движении задним ходом. Управление очень легкое. Гидроусилитель руля прям позволяет управлять, можно сказать, одним пальцем. Вот здесь имеется номерная шкала повышения либо понижения передач вот этими клавишами. Поворачиваем регулятор, загорается индикатор функции быстрого разворота. При этом радиус поворота значительно уменьшается. Переключается все достаточно плавно, мягенько. Никаких особых усилий здесь прилагать не нужно. Собственно, в тракторе себя чувствуешь, как в автомобиле. Сейчас опустим навеску, проверим фрезу. Первую передачу. Фреза вращается как бы тихо,
не имея посторонних шумов, вибраций. Сейчас повысим передачу и проверим передачу обратного вращения. Все отлично работает. Зафиксировали стояночный тормоз, выключили зажигание. Вот, собственно, отличный трактор. В отличном состоянии. Абсолютно исправный, обслуженный, проверенный. И готов к дальнейшей работе.